Всем привет! Меня зовут Михаил, я являюсь сотрудником компании Alpindustria, и сегодня я хочу вам рассказать про свой спальник North Face Lynx. Этот спальничек на синтетическом утеплителе, но несмотря на это, он очень легкий, и это является его несомненным преимуществом перед другими спальниками. Вот у меня спальник ростовки Long. Он рассчитан на людей с ростом 198 сантиметров. Мой рост 187. Я в него влезаю с головой, что вполне комфортно. В ростовке Regular у него, ну, он рассчитан под рост 183 сантиметра. Я думаю, тоже вполне комфортно. Также я его использую практически в трех сезонах. Летом, весной и осенью, если температура окружающей среды не опускается ниже 0 градусов. Это вполне комфортно, даже там при температуре 15 градусов в нем спать очень приятно. Давайте поближе посмотрим, из чего он состоит, ну и какие есть у него фишечки. Вообще, пользуясь хорошим снаряжением, сразу начинаешь понимать его качество. Например, тот материал, из которого изготовлен спальник. Как видите, он очень приятный на ощупь, ну, по крайней мере, я это чувствую. И очень приятен к телу, как с внешней стороны, так и с внутренней стороны. О качестве утеплителя вы увидите тогда, когда мы будем его складывать в компрессионный мешок. Он складывается как пуховой спальник и становится очень компактным. Ну, вот здесь он уже на примере у меня сложенный, но еще до конца не утянут. То есть можно будет втянуть сильнее. И практически он ничего не занимает. Еще раз повторюсь, вес всего 850 грамм. Дальше. Этот спальник имеет форму кокона. Это означает, у него есть капюшончик. Когда мы с вами его застегнем, у нас голова тоже защищена и находится в тепле. Утепленный ворот, утяжки на вороте для того, чтобы снизить теплопотери. Рассмотрим спальник поподробнее. Значит, во-первых, если вы застегнете молнию, причем не испытывая особых усилий, молния практически не заедает и не закусывает внешний или внутренний слой спальника. Это реально прикольно. Вот. Наверху есть вот такая липучка, что не дает молнии, если вы сильно ворочаетесь ночью, молнии расстегнуться. На бегунке есть такая накладочка, которая светится ночью. То есть легко его найти и очень удобно использовать. Расстегиваем спальник, смотрим, что у нас внутри. Есть внутренний кармашек. Спрятать что-то ценное. Прямо у сердца. Дальше. Эти спальники шьются в разном исполнении. Также есть правая и левая молния. Что это нам дает? То есть мы можем состегнуть два спальника, если вы любите спать вдвоем, и получить большую, мягкую и теплую кровать. В комплекте со спальником идет классный компрессионный мешок. Он маленький, как раз под объем этого спальника. Также в наборе идет сетка для его повседневного хранения дома. Итак, как же он складывается? Берем спальник и просто-напросто запихиваем его вовнутрь. И вы увидите, как этот гигантский спальник свернется в этот маленький, но вместительный компрессионный мешок. Не надо ничего сворачивать, скручивать в трубочки. То есть сборка спальника у вас занимает буквально 30 секунд. Сдуваете компрессионник, закручиваете, застегиваете фастексы. Не тот фастекс застегнул, ничего страшного. И мы получаем полностью собранный спальник
И мы готовы к передвижению. Свой выбор спальника я сделал. И это спальник North Face Lynx. А вы выбирайте правильные спальники. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши новые видео. До встречи в горах!